Какая война была, помните, на вышке? Там кто-то у домов, кто-то на машине едет. Бдыщ, бдыщ. Нам с кругом повезло, можно сказать. Повезло, если бы мы остались еще в следующем круге в том же доме или на вышке. Вот это было бы хорошо. Нет. Нас подкосил тот мужик, который наверху был. Я не знал, он один или нет, и может быть я его раньше запушил, он как бы. Еще нам сильно повезло, когда мы из вышки выбегали, вы резко выбежали из вышки, начали стрелять по нему. И он, по-моему, начал стрелять. Это был момент не очень. Надо было аккуратно сначала открываешь дверь, осматриваешься, а выходишь. Так он прям запушил вышку тут. Он сидел и ждал, когда вы выйдете. Ну, просто выпрыгиваете. Он бежал на вышку. По-другому никак не мог. Да, он видел нас, это тот, который остался от группы, которая в дома приехала. Я не знал, что вы его видели, я его не видел. Я не знал, что там есть кто-то. Командир командой. Я предлагаю новорепные. Ну как новорепные? Мильта? А через Мильту в новорепную. Новорепно? Это вообще... Мы до Мильты не долетим, да, во-первых. До Мильты мы долетим изи. Долетим, да. Долетим, да? Окей, хорошо. Ну, летим на Мильту, нет? Ну, ты же командир, ну, летим, значит. Хорошо. Сказал, летим. Три, значит... два, один, поехали. Блин, я... гранаты так хороши в этой игре, по идее, но у меня второй раз... В топ-3, причем тоже это было, граната багует оружие. Я не знаю, как это происходит, но это просто жесть. А как ты вылечил? У меня гаснут все меню, типа, и в руках ничего нету. То есть у меня гаснут все меню, они такие как бы прозрачные становятся. Я жму 1, 2, 3. Смотрите, автомобили, пожалуйста. Автомобили, смотрите, по дороге. Прям в гараже там будет точно автомобиль. Одного вижу перед собой, в Милту падает. Михаил самый ближний, он может в гараж реально первый прийти, если хотите автомобиль. 100%. Точно хотим автомобиль, это в этом плане. Ну все тогда, Миша летит на... А, я еще прям на дороге нашел, где я. Мы с Михаилом, короче, над машиной. Да, вижу. УАЗик. Вижу. Да, вон он. Все, давайте вижу. Тогда быстрее. Все, забираем, едем в Новорепное. Новорепное. Портовый городишко. Да, там куча лут. Ну давай, ну садись. Ну как же он медленно садится? Ой. О, УАЗик, воу, вот УАЗик. What the fuck? Кейк, ты куда побежал? Лола, его только что не было здесь. Да, только что не было УАЗик. Я такой, езжайте, езжайте в Новорепное, мы на своем УАЗике. Видишь, как хорошо. Да. Сайгу, что ли, нашел? Нет, дымочку. Дымочка. Так, сейчас я сориентируюсь, куда. Угу. А, кроме как по мосту, там никак. Окей, так. Газуем. А мы саму военную базу не хотим? Нет, Новорепная. Угу. Новорепном хорошо. Только сегодня нам показали эту штуку. Витя рискует. Контролируемый посос, все хорошо. Но мы возвращаться не будем, сразу скажу, за вами, если перевернется. Мы уже все, мы уже в Новорепном. Да где уж тут перевернуться-то, Аня? Блин, мне надо было вам это, вас за мной послать. Вы бы со мной под горочкой не умерли бы слева, наверное. А. Хорошо, рисковать. На стриме это что-то не видно. Отлично. Ай! У меня красиво. Окно попапнулось просто, и контроль ушел. Надо убрать эту программу. Говорят, помогает инвентарь открыть, когда такой баг. Мне помогало, пишет. Блин, он может и рандомно вылечиться. Ну, блин, я сейчас попробую. Причем парень, если бы понял, он на третье лицо мог увидеть, что это без оружия. Он бы мог меня вообще легко убить. Да, где-нибудь здесь. Он, наверное, тоже паниковал. Поехал. Да я не паниковал, господи. Да нет, он паниковал, а ты тоже паниковал. Вот ты, нет, их само холоднокровие было в той ситуации. В плане оружия, по игре я играл как просто самый спокойный удав, ребята. Вижу человека, ну, по-моему. Да ладно. Видел человека перед нами на 75, может показалось. Это я. Нет? Нет, ты правее, это левее был. Я беру дробовик. А как они могли поздно. Сюда...
добраться. Эй, дробовик-то отдайте, чего, лол? Эй! Ладно, на-на-на, все, скинул. Я видел, что ты патроны взял. Ты чего капитана дробовик забираешь? Ну, лагает, понимаешь, лагает. Я думал, успею взять патроны, дробовик, выстрелить. Напугал, значит, чуваком, отобрал дробовик, отстану с патронами. Ну, я больше всех пугался. Я лутаю контейнеры, потому что... А, Миша на контейнере. 24x, ребят. Я надеюсь, вы помните, что там нужно сделать. Так, я упал. Так что, Витя, ты можешь... Да лутать, я понял. Значит, мне показалось, да? Показалось. За тобой так приятно, Миша, лутать. Аптечки, бафы, все остается. Возможно, не был просто я. А ты не был тут? Нет. Скорель или это калаш? Ладно, я по берегу побегу, чтобы не пересекаться. Там есть ангары, в ангарах тоже хорошо, кстати. Сайга. Здесь все залутано, понятно. Тут, ребят, эмок много, третий уже нахожу, если что. Пятки собирай. Пятки все на мне. Ну и всякие обвесы тоже собирай, само собой. Хорошо. И классные у вас звуки, прям, не нарадуешься. Да, я наконец-то их использую. А у тебя там типа дипак какой-нибудь? Ну да. Для этого случая берег. Все не пригождался, я думаю, да что ж такое-то. И тут капитан появился. Дробовики. Тут, кстати, гараж еще есть. То есть машинку можем вторую. Ты сказал третью, потому что у нас... Третью, да. Ехали, да, на машинку. А, да. Ну вот я на ней как раз. А чё Кирилл 8x прицел пропустил? Ай-яй-яй, Кирилл. А мне он не нужен. Ох! Ничего себе, жиру беситесь. Да. Я двоих четыре. Не, ну X8 это только на какой-нибудь кар, если кар найдете. А СКС чё, не? Или там АВМ какой-нибудь, М24. Не, ну я имею в виду кары выше, как бы. А АКМ лежит в доме, где я сейчас. Если кого-то интересует. Мне нужна каска и бронька Т2. А мне Т3 нужно. Все тогда. А мне пятки нужны. Вот с пятками потяжелее. Так. И не говори. Отбой шлемак не нужен, нужна просто броня. Мне тоже броня нужна. Миш, как у тебя по касочкам? Касочку я с первым же делом третьего уровня нашел. Больше не было. Неплохо. Тут два гаража с машинами. Так, ну как приближается, поэтому мы постепенно закругляемся. Только начали. Виктор, плавно, ну как? Закругляемся. Ну только если очень плавно. У нас времени-то много еще, кстати. Ну, смотрите на круг сами, я как бы приготовил. Поторопили. Упал, значит, не судьба. Да уж. Так, у меня есть увеличенный, ускоренный магазин для СКС М24 и все. Лишний остальное. Забирай. Да не лишний, нормально. У меня даже нет СКС-очки пока. Если будут моды какие-то к винтовкам, приму в удар. Плюс один к модам. А я семеркой приму, я калаш взял. Семерки не подбирал. У меня много семерок. Ну как много, 90. Окей. У меня есть пятерки 30. Отлично. Меняю 90 на 30. Хороший курс, мне нравится. Кому X4 нужно? Я близко пока. Пока даю. Угу. О, я, кар лежит тут. О, не кар, а этот скар. На него прям X4 положил. Курс прям как у пикоинов. Нужен скар? Нет, но патрики я возьму. Так. Антоник, давай, иди сюда ко мне. А ты где? Ага, вижу. Я с тобой, да.
Так, пробежал у меня. Около минуты еще. А тебе 90, да. Красный коллиматор, если нужен. Нет. Возьму. Сывье возьму. Есть изъятие? Нет, нет, ничего больше нету. Вот здесь шлем, жилет первый. Найс. Я готов воевать. Так, а здесь пламя-гаситель на снайперку есть и 5.56 еще. Нет, мне хватит 5.56. Я взял с собой, если... Да-да-да, конечно. О, прицел 4x по дороге. Это кейк ты выкинул? Ничего себе, так по дороге значит... просто в траве валяется прицел. Да? Прикольно. Ну, место спавна, наверное, там. Запоминаю. Есть у кого-нибудь цевьё, ребят? Серьезно? Я думаю, надо потихонечку двигаться. Не-не, все, да-да, надо идти. Круг уже вот за мужичком догнал почти его. Мужичком? Да, над мини-картой. Мужичок бежит от круга. Игра такая. Где ваша тачка, чувак? Кинжал зеленый пропустил. Это вот со стримов вот по Диабле, видимо. Давненько. Ребят, посмотрю. Я уже сижу. Я готов, чтобы меня катали. Все, я сижу. Смотри, как прыгает. Поехали. А, так, L400 есть у кого-то? 416. Патроны есть? Не-не, М-ка, если есть, у меня есть на нее этот Tactical Stack. Есть, да. Или ну потом, ну, да. Неважно, потом, да. Могу на ходу, если быстро успеешь поднять. Ага, сейчас разгонишь побыстрее. Давай. О, ребят, ящик. Где? На краю круга. Вон, ну через мост сейчас поедем, увидите. Через мост, едьте, через мост. Я просто хотел поехать не совсем вдоль... На 340. На 340, да. Я бы не надеялся, я бы не надеялся. Далеко, да. Заберут его. Смотрите, пожалуйста, катера. А какие катера нам... Вот и на карте мы не в круге будем. На катер можно изи и поехать, допустим, в Львовку. В Лью? Ну, мы за кругом будем дэмэдж получать. Да. Ну, думаете, не успеем? Ну да, на хорошо. Баги вижу впереди. Ну, как же в первом круге умереть невозможно практически, но неприятно. Он был бы хороший. Куда едем, ребят? Я остановился, чтобы... Через мост. Быстрее! Через мост, Виктор, давай! Ну круг! Она пересекает океан, быстрее! Какие вы паникеры, я просто... Нет, больно, Витя, нет! Просто жесть, какие вы паникеры. Кошмар. Я подышу, мне плохо. Командир, за что? Слабенькие, сразу видно. Сейчас по нам могут стрелять отсюда. Что, идем за лутом? Едем, да? Дом в центре круга где-нибудь, капитан, пожалуйста. Вау. Такое, чтобы было всю карту видно, и все бы на него бежали, пожалуйста. Круг большой, поэтому в центре круга это очень прохладная тема. Уже поменьше стал. И чё, там игра уже стоит. Там есть ангар, прям по центру карты. Тут только не тормози, пожалуйста. Вить. Что? Квадратная там... хрень по центру, да, предлагается. Там ангар. Боже мой. Окей. Вот. Ангар — самое пососное место, чтобы там оставаться. Он в центре. Со всех сторон просматривается. Вот, поэтому там пососно очень. Ну, в смысле, он во все стороны смотрит. Ну, и тебя во все стороны видно. В доме хотя бы стены есть. В ангаре... Там тоже стены есть. Нет? Не, ну, в ангаре там... можно за... Это провизия. Это стрёмный ангар, ребята. Вы не помните, что это за ангар. Это стрёмный ангар. Это оранжерея. Да. Это очень херовая. Там... Ну, не в бункере же сидеть. Ну я еду, да, вы сказали, я еду. Демократия же еду. Блин, вот в Battlefield двери в бункер закрывались. Если бы это тут было, ой. Было бы неплохо, да. А здесь можно машиной закрыть. Можно заехать туда на машине и закрыться. Воу! Свободное падение, нормально. Капитан, вы псих. Вы готовы воевать? Не, бункер реально очень классный. Машины не вижу здесь. Ну ты бы еще остановился подальше, метрах 100. Начинается. Я насажу наверх, да? Слушайте, тут есть стенд, короче. На него, возможно, можно запрыгнуть и с него уже палить. И ловить. Я даже это, уверен. Да, классно. И хороший. Не, я уверен, что это сделаю сейчас. Ну, ведь газмаск. Так, ну здесь кто-то был, по-моему. Ну, скорее всего. Слушайте, а может кто-то к полке встанет и типа, да, я на него прыгну? А хотя аптечку не взяли, странно. Фантомик,
Одолжи голову. А, не, лучше встать, наверное. Блин, не разогнался в этот раз. Так, здесь вертикальное цевьё есть. О, беру. Найс. Вертикал фуры грипп. Ладно. Блин, такое там, ощущение, там что... Отдаёт. Немного недооформили просто этот бункер. Тут вот стоят какие-то преграды и так далее. Вот что-то не закончили его. Эх, надо запрыгнуть сейчас. Там третий кейк шлем. У тебя? Кейк у тебя? Что? Кто? Серьёзно? Нет, это не мой был. Неужели вот, мы с вами... Вот здесь, на мне, на фантомике. Я прыгаю прямо на нем. Миш, тебе точно не надо? Нормально все. Я потерплю. Там аптечка, как бы, вот это то, что взять можно было бы. Машина. Машина на НВ прошумела. Так. Ну, проехала взял... мимо. Третий шлем взял, а здесь еще аптечка наверху. Оп, возьмем ее. Здесь подшечная наставка для снайперки. Если надо. А, на снайперке нет. Глушитель на ПП. Стреляет сзади меня где-то. Я за бочками все классно. Тут вот получилось? Там вообще хорошо. Да. Прям под самым-самым острым углом надо, так знаешь, чуть-чуть прям свернуть так. Правда, вот я целиться только не могу. Ну, я вот только тут за бочками там или вон там вот за мешками можно сесть, а так. Мне вообще не нравится это здание, оно тупое очень. По сторонам не посмотреть, нас видно со всех сторон. А вы от третьего лица можете вот здесь вот хотя бы эту сторону смотреть. Где со вторым этажом. Спасибо, я подожду, когда кого-нибудь из вас убьют. Спасибо, капитан. Мы можем это прямо сейчас сделать, кстати. Фантомик, снимите шлем, пожалуйста. Не-не-не. Я жить хочу. Сейчас круг придет. Посмотрим, может быть, мы двинемся куда-нибудь даже. Мне нравится, скажем так, дача или, я не знаю, как-то два домика маленьких, которые находятся от нас на НЕ. Наверху, которые такие? На НЕ, если посмотреть, там будет два домика. Квадрат F7 мне на карте показан на мини-карте. Так мы сейчас можем в них добежать, они очень близко, эти дома. Ну хорошо, давайте сейчас. 100 метров до них. А, ты имеешь в виду синенькие, которые? Сейчас я гляну, какие это. Синенькие. Вот, вон они, да. Наверное, я. А, ну тогда вперед. Машину, я думаю, нет смысла брать нам. Да, уже все. Уже приехали. А я думал, ты про те, которые там на холмике наверху. Нет. Вот здесь машина видна. Сзади в ангар едет. На 240 она едет в сторону ангара. Сейчас немного будет под пригорком. Ну мы успеем добежать, поэтому. Ну она. Она, видимо, еще левее уехала. Ой, так, стреляют, по Вите. Да. А ориентировочно с горы. Я сел в домик. Что-то очень приятное. Вижу человека на СВ. Двоих вижу на СВ. Это вот они и стреляют, да. Движутся к ангару метров 400, а не 500. У них либо кар, судя по гильзе. Ну да, у них кар, короче. Так что если не суть. Если не уверен, то можете не стрелять, да, и дождаться, когда они ближе подойдут. Не-не, с ними противопоказано стреляться, я даже сказал. Ваншот вот... даже Михаилов третий шлем. Для кого там? Фибонач, там еще машинка проезжает тоже на СВ. Синенькая. И навстречу ей другая машинка. Ой, там заруба. Одна врезалась в дерево. Ой, там капец. Да-да-да, это свадьба. Михаил, я постреляю. Я постреляю, там толпа народу просто, ребят. Я не помню, вижу машину. Который за левой машиной, Михаил, по нему два раза попал. Вижу. Он нокнулся, нокнул его. Нет, он живой. Я его нокнул, они сейчас побегут. Беги, жив. Нокнул другого. Там еще двое за деревом большим, самым плотным. Опа! Ой, как! Офигеть, меня в голову два раза. Поднимите Михаила, кто там? Одного ранил. Убил. Все, умерли. Поднимаю. Ребят, там 8 человек было, чтобы вы понимали. 8 человек. Это, ребят, это авторитетное мнение, сейчас выскажу. Это игроки Хизи. Вот они только что на машинах там встретились. Которые выпрыгивали, да? Да, они выпрыгивали. Стреляли во все стороны, давай быстрее. Так, а ребята, жилет целый. Кому нужен целый жилет, нормальный.
Михаил, у вас это голова. У меня кепки нет просто, да. Ну я пошел полутал, ребят. Ну давай бегай, там, прикроем. Там кто-то А, нет, это частичка какая-то. Короче, давай. Да. Что давай собирать? Есть у вас? Семерки, пятерки? Нет. Ну давай я помогу, так уж и быть. А, из ангара могут стрелять люди, в ангаре были. Ну не в ангаре, они бежали в ангар. А никого не видно. Реально, это свадьба была у них. Собирайте медицину, ребята. И улучшение для, типа, флешхайдер, вот это можно мне. Чок-бар. Хорошо, медицина есть, хорошо. Иксы не нужны больше никому? Нет, еще чок-бар, патронтаж для дробовика. Тоже только X8, наверное. А, X8 нашел сам себе. Мне не хватает пейнкиллеров и редбулов. Так, глушитель на сайгу. Ой-ой-ой. Найс, мне дашь? Как скажете. Тут дофига карочку. Вообще. Большая аптечка. Дофига аптечек. Я тебе дам это самое. Ребята, я думаю, надо приходить сюда вам. Тут, нет. Тут не унесем. Вижу лут очень близко на Е. Очень. Не-не, мы не... Ну, да, прям если очень-очень близко. Ну, я... Это, короче, аркада. Это реально аркада будет. 400 метров. Да-да, очень близко. Упал. Слева стрельба. Это не по нам. Сюда, надо, надо уже идти. Давай, да, не жадничай. Давай не жадничай, сейчас я тоже пожадничаю. Да, будем смотреть на этот на лут. Его видно отсюда хорошо. Бежали. Уже не очень. Короче, я набрал чего-то там. Медицины много набрал по заказу. Nice. Это главное, да. Хотя у меня 4 аптечки малых. Не, бафы тоже хорошо. У меня всего 2 аптечки. Ну, очень хорошо в круге, ребят. Да, да, да. Идеально встали там. По тактике. Типа, держи одну. Поровну было. Так, я скидываю. Значит, аптечки пошли. Держите, я вас скину тоже. Так. Глушитель на сайгу. Прицел X8. Это на коряк, наверное, дать. И пятерки. Пятерки могу скинуть. Соточка пятерок скинулась. Мне собирайте. Семерки. Кстати, я пятерки тоже скину. Опа, щелкает по нам. Где? По нам? Либо СКС, да, по нам щелкает. Свистит в ухе у меня. Зачем ты дверь закрыл? Я тоже хотел закрыть. Направление это, направление. Непонятно, свистит просто. Но судя по тому, что по вам не стреляли, скорее всего, это было со 150 с горочки. А, я понял, да, услышал. Услышал, сейчас стрельба была по двери. Смотрим в разные стороны, ребята, давайте. Глуши, убирайте. Похоже на глушитель. Опа, не стрельба. Смотрите, не смотрите в окно. Н, короче, где-то. Н, ага. Лупят по стенке прям, по стенке в это окно. НВ где-то скорее. Окно не разбито. Я пока никого не вижу. А там перестреливаются они уже с кем-то. Там же стрельба еще другая. Смотрите другие окна, пожалуйста. Кто-нибудь. Машина едет прямо к нам. Д-300. Проезжает мимо, направо едет. Не стрелять пока. Дайте ей заехать сюда, если они хотят. Нет, она проехала мимо, хотят. Проехала. Окей. Угу. Промчалась, вон она. Не факт, она может приглядываться. Ну, на НЕ. Она умчалась в эту... На виллу. Найдите, найдите мне направление, откуда снайпер стреляет, я его убью. НВ, вот там вот звук последний был. Нет? Блин, оттуда не вижу никого, нет, никто не смотрит оттуда. Я только слышал, я не видел его. Далековато. Так, смотрите, мы сейчас на краю круга, ребят. Вы, конечно, меня это не серчайте. Я выйду здесь у домика посижу, потому что мы на краю, и надо, чтобы от синего кита никто не бежал к нам. Блин, вы заразили меня с китом. Антомик, а ты можешь присесть хотя бы, чтобы не стоит так не сильно палиться? Я вот лежа вообще возле окна. Стреляют сильно на С, на СВ. Бегут от ангара! От ангара бежит один человек. Так, вынужден открыть огонь, товарищ капитан. Открывай, открывай. Убил. Все. Убил. Он в гиле сьюте был, если что, если кому интересно. Ну вот, собственно, видимо, из этого. Так, я заберу то, что... Это он и стрелял по нам, скорее всего, судя по гиле сьюту. Так, отходим. Оп. Так, у кого там 8x прицел нужен был? Никому. Ну только разве что может снайпер, у нас кейк снайпер. У меня есть 8x. Все тогда. Так, бахают на Е, на СЕ. СЕ, Е, да. Там, собственно, был лут лежал. Возьмите аптечки, которые выложил. Вон, за деревом, направление 120. Вижу, Михаил. Стреляю, помогаю. Ты попадаешь по стенке. Да, я... Он за деревом, да, за большим, одиноким слева? Не, который... он правее бежит. А, вижу, да. За камнем. Попал один. Там еще второй еще бежит.
Их там двое. Трое там. Из-под ХГ выбегает. Так, выйду на вышку. На вышке вдалеке. Да, один на вышке вдалеке. Все, он мертв, он мертв. А, близко, близко пушат уже на 120 за деревом. 120 за деревом, уже близко. 120 на дерево. Да. Он не совсем близко, но как бы да. Ну это уже вот, это уже 100 метров. Но там и их поджимать сейчас... будут. Они поедут. Да. Вижу, там баги еще на... едет. Машина на НГ. Вон бежит еще один. Еще один бежит. К нему бежит, да. Блин, баги, контрольте кто-нибудь. Подбежит. Они должны выбегать, ребят. Вон высовывается, высовывается. Блин, попал в меня. Нокнул меня. Вырубил его. Баги едет к нам. Убил остановилась, его. Остановилась. Убил баги. В баге максимум двое, ребят, аккуратней. Из баги вышли. А где баги было? Поднимай, Михаила, баги на 105. Я убил человека, который вышел из баги. Второй оставался впереди на 120, нет? Ребята, за деревьями, да, еще должен быть. Возле стены на НГ у нас лут уже свежий. Нам он не нужен сейчас. Аэродроп. Там дым пошел, ребят, перебегают слева направо человек. На 120 он. Он лежит за деревом. Угу. Попали. Еще второй туда же. Подходит. Там дерево мешает. Направо уходит. Попал по нему, у него очень мало. Попал. Убил. Все, всех убили. Еще один там должен же быть. Еще какой-то. По-моему, за деревом убежал. Опа! 150. Опять поставил. Михаил, это уже с жопы. Сзади, это сзади. Ребят, это сзади нас лупит уже. Да, сзади. В домик заходим, нет? В домик, все в домик. 16 осталось. Круг через минуту. Сзади, но да, это далеко было, ребят. Нам надо пользоваться 8 иксами пока это. Сейчас круг побежим, хуже будет. Будем как вот эти чуваки. Да. Я предлагаю пить, что можно выпить. Да, кстати, сейчас. Пора бы выпить. Пейк, ты будешь лутать? Там он пустой. Ну, собственно, не пустой, а свеженький. Все, понял. Ребят, мы, кажется, одного оставили справа. Все еще, нет? Михаил, второй шлем в этом. Второй шлем лежит в ящике. Тебе он нужен очень сильно, я думаю. Да, я понял. Меня нокают постоянно. Я... Что там есть? М24. Я М24 взял и третий шлем. Второй Михаил оставил. Угу. Хотя ему, походу, третий нужен. Спасибо большое. Сейчас еще бафуюсь, пока не... Что делаем? Что делаем? Надо, Михаил, потихонечку надо это двигать, ребят. Или стрельба мы на N. Как... Стрельба на N. Давайте тогда за кейком бежим. Чуть-чуть, да, я попытаюсь вон... Опа, стреляют с Карас, это справа, с это НВ. Это тот, остался один, который. Нет? Вдалеке, мне кажется. Вдалеке. Нет, меня нокнули. Это Скара, да, вдалеке. Где-то на 120. Нет, сзади, правильно, остался один сзади. Стреляет откуда-то сзади, из-за дерева, кажись. Круг едет. По-моему, из-за баги, нет? Где он? Нет, я стоял за деревом прямо сзади, со спины он стрелял. Не успею, наверное. Не, забей на меня, забей, беги. Я бегу. Все. О, Кирилл уже как далеко. Я пытался увидеть его, походу он сдох просто за кругом, он засуицидился, Михаил и... Да, за пределами... Да, это вот плейзон, а вот это... Да. Вот сучок, а до последнего сидел. Ну я помнил же, что он там остался, но... Так, фазенда в круге, все, вот это то, что нужно знать. Сколько можно сидеть, ребят? Сколько можно сидеть? Нам надо понять, нет ли кого-то... Вот тут дерево... Да. Так, тут дерево, вижу, не в круге находится. Я за ним. Какой же круг дерьмовый, ребят? Дерьмовый, да, может быть, за ХГ сзади этот. А птичек много, за птичку. Так, бахнем баф. У меня 7 аптек, если что. Найс. У меня по хилу у нас все, у меня шприц даже есть, ребят. Ширнуться желает кто? Кейк, тебе пламя-гаситель на М24 надо? Ничего мне не надо, у меня все отлично. Я смотрю налево. Просто по сторонам смотрите. Смотрите, везде я смотрю налево. От ХГ лево, я смотрю туда. Там должен быть кто-то, по нам шлепали оттуда. Они либо вниз спустились уже, и тогда они очень близко. А у меня, так как М24, я бы хотел их уже так, сейчас стрелять. Фиба, я на дерево справа от тебя. Хорошо, там, возможно, враги, ты бежишь очень опасно. Ну, если что, я разведывательный дрон. Ну, народу еще до хера. Кстати, могут зайти справа, изи вообще. Потому нет, что там зона большая. Не вижу никого. Ребят, если что, смотрите, где я за камнем, и тут еще один камень есть. Там хорошая позиция у Кейка. И тут круг, да. На ХГ, две тьмы, на ХГ, да. На ХГ стреляют. На ХГ азимут, это который вот на Н? На Н, да, на Н который. Я никого не вижу.
Весь, вот тут очень хорошая позиция, смотри, и в круге, ага, и камень. Вижу, на ХГ вижу, ходят. У них опять стрелка адовая. А зачем, зачем? Один... А... Не, я не вон, стрелял. Спрыгнул один, спрыгнул, ребят, на попал это. Попал по нему, попал по нему. У меня оттуда стреляют. Съем, мне кажется, стреляют. Блин, это что? Так, вижу, а, тут прямо идут, чувак. Ребят, они все у вас на ладони мне, сейчас будут. По мне стреляют. Нокнул одного. Бежит слева. Слева, 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 да, лево. 330. Кейк. Вижу. Попал. Убил. Молодцы. Все, мертв. Пять человек. Ребят, осталось двое врагов. Это с этих будут, с 60, ребят. Прям. 60? Я бегу в круг за деревом. Да, да, да. Я, короче, колюсь, подождите меня. Колюсь. Да, это с 60 будут. Вижу, вижу, короче, на Н. На Е, на Е, на Е. Я увлек. Он на Е? Да, на Е. Это же вообще... С-75, Е, вот где-то там он лег. Я видел, он стоял и лег. Короче, за холмиком, он за холмиком. Да, да. Не знаю, флангануть может быть. Один остался, ребят. Мы в круге. Я... А, пусть один они, остался. Пусть они бегут, блин. Зачем? Один. Нам надо втроем... Хорошо, взять. Давай, раш. Сейчас, не-не, подожди, к фантомику. Давай к фантомику вместе. Как бы раш, но с рейнджи, понимаешь? Я хорошо стою в круге, я не буду двигаться, ребята. А, все, стой, стой. Ага, вижу, вижу, вижу. Ползет, ползет, ребят, на халява. Все. Молодцы. Отлично, молодцы. Что-то те ребята с ХГ очень долго решались выйти. Ну да, они там с кем-то там перестреливались. Никого. Они с кем-то начали перестреливаться, там их это погубило. Нойс. Три убийства, хорошо. Ну что, я так понимаю, что Кейк повышение получает у нас.